Приветствую, ребята. Хочу оставить отзыв на препарат таблетки от кашля. Простые российские таблетки. И вот мукалтин есть, и еще есть от кашля. Таблетки дешевые, копеечные. Я принимал вот такой там Татхим Фарм препараты. Таблетки от кашля. Они стоят там, ну, 10 рублей, наверное, вот такая штучка 10 рублей. Эта упаковка рублей 40 была. Или 30. Я не помню, сколько здесь было, просто их одну съели, одну эту. Тут входит, получается, в него термопсис. Это все равно, что да, термопсол есть, фармстандарт делает, неважно какой. Просто что вот это таблетки от кашля, это как еще, наверное, в СССР назывались они. Термопсиса ланцетного травы, сколько-то, натрия гидрокарбоната. И эти таблетки, кстати, вот этот натрий гидрокарбонат, его, он как получается, его бросаешь реально немножко водички, и он как шипучий за счет, наверное, вот этого. То есть я не ожидал, что у него такие еще свойства, что он как вот шипучий там какой-то парацетамол или еще что-то шипучее бывает, таблетки разные. И вот он, кстати, вот эти таблетки очень хорошо помогают. Тут мукалтин русский, российский просто, он несколько производителей делают, и таблетки от кашля, то есть термопсис. Вот они действительно... Был типа бронхита, что-то такое, кашель долго не проходил. И я всякую ерунду пил, рыбий жир же покупал, вот этот Меллер делал на него отзыв. Бестолковый абсолютно, ничего не помогает. Пил всякие модные типа таблетки, там что только не покупал, то что по телеку там рекламируют. Это потом вот амбробене вот такое вот. Там лазолван то же самое, что амбробене, сироп. Все это вообще ничего, кстати, кашель как был сухим... Так он и есть, он сухой остается. И только когда начинаешь пить мукалтин и таблетки от кашля, действительно начинает отходить вот эта мокрота. А все остальное не помогает. То есть у вас, я рад, если вам помогает как бы амброксол этот или еще что-то, то я этому рад. Типа сидите дальше на этой схеме. Но я, кстати, вот обращаюсь к тем, кому ничего не помогает из того, что рекламируют по телеку. Как вот в случае у меня было. Я, да, дополнительно, как до этого говорил, А, Е и С витамины я принимал. А и Е по инструкции, тоже российский Марбиофарм брал. Аскорбинку принимал примерно около грамма в день, наверное. Но температуры не было, ничего, я тогда, ну, так, сдержанно ее. Но чувствовал, что что-то где-то здесь какое-то воспаление, там, где-то как в трахее. Бывает под вечер даже как, может, какая-то, прямо аж так вот делаешь, аж... Что-то горячий такой воздух, и там чувствуешь что-то не то, и сам как-то. Потому что какой-то процесс идет, кашель там постоянно появляется, он и не проходит день за днем, вот это там были пыльные бури, пыли, надышался. И вот только вот эти таблетки, реально, что только не делал, только вот начал их пить. В первый же день получается, вот они там прошло, выпил, там 3 часа они там подействовали пока. Вот они с первого дня, через несколько часов, когда пил, оно начало отходить, и именно потом кашель на нет сошел. Вот только вот эти таблетки, самые дешевые, помогли. Так что пробуйте. А так даже и масло, и молоко пил горячее с маслом. Вот это вот молоко, масло, мед, все это делал. Но это все в комплексе. И пока опять же вот эти таблетки, я и сам не верил, что уже просто так делал от балды. Я знал, что я делать ничего не буду. Конечно, со временем оно пройдет. У меня такое часто бывает, что если по весне, по осени может накрыть, и он может там держаться 2-3-4 месяца. Иногда бывает у меня и там и 2 года его нет, допустим, кашля. А потом он привяжется, и он фиг знает вообще его ничего. А вот это вот, ну я удивился, как бы вообще сам даже в это не верил. Но самые дешевые копеечные таблетки, так что смотрите, вот от кашля таблетки и еще термопсол. Мукалтин, да. Мукалтин. И наши вот эти таблетки. Они как бы легко, их там на аптеке.ру можно купить. Я их так и заказывал, чтобы по аптекам не ходить, просто чтобы пришел, при открытии аптеки заказ забрал. Потому что сейчас в аптеке ходят, все чихают, кашляют, заражаться. Пошел в одну аптеку, там нет, пошел в другую. Поэтому мне удобно было. Аптека.ру еще договаривался, мне там прям с окошка выдавали эти таблетки, я внутрь не заходил. В общем, смотрите, лечите кашель там... всеми доступными методами, их миллион, если вам там помогает над картошкой дышать, то я даже не спорю, все индивидуально, и просто что может вам помочь, если вам, может кому-то мой метод поможет, что просто вот эти таблетки, по инструкции тоже, вот как описано, там больше не надо дозу,
превышать. И все, и действительно отходит мокрота. В отличие от хваленных всяких лазалван, амбробень, там какой-нибудь рингалин и сухой... Чепуха вообще, этот беспонтовый препарат, рингалин. Фу, рингалин, да. И я пил бронхомунал тоже, и что только не... Эриспал, он уже вообще запрещен, Эриспал. Так что вот желаю вам удачи, не болейте, не кашляйте, лечитесь правильно. Вот, всего наилучшего.